Ставки на 60-метровом режиме проступил вторая километра. На пост половина дома. Раздушенная машина и броня лапа разъезжена. И задние диски с рычагами просто крепят. Она не звонит, а тут все. А любит моя собака. Я пишу на нервану, забираю и плакал, и ночи и собака. Надо встаю, плакал, дружина. Я плакал на рану доктора полиция. Операция резервная, не добраться, я мои тела. Я говорю, что на сутки не добралась сюда, куда дома. Она просто бы умерла, а мы и зарыли бы ей свои сородичи. Ой, с печатку фарк носил и пишет, и как это на руках. Хоть вы на поле начала наступать на свои передние и задние лапники. И одного разу на ушку мне трошки хотіло одне чарівне слово. Ви скоро будете розуміти, як вони вміють розмовляти. Вона сказала, як, і я поняв, що це так. Вона сказала, гау, це значить так. А то кажуть, що я рогай. А чим він нас визнала гай? 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 Вона стала звіздою піонерського парку. И были собачий пород, и цимбернариз, и фаун, и долги пени, и сконечики. Мы никого не добавляли, потому что мы любим людей, особенно дорослых и діточок. Я езжал, колись на выставку салат, значит, был медалик справа, я кулок давно был один. Один, перший номер, пять, пять замовлень на щенят, десять фотосессий, мама, мама, мама. Ми ніколи нікому не відмовляли. І для того, щоб якось реалізувати її в цьому світі, я придумав її породу, я назвав її Чукінгольц Заватіста Веселий. А чекай, ты золотой! А чекай, ты золотой! А чекай, ты золотой!